С небольшим опозданием, но заслуженно. С профессиональным праздником поздравили сегодня работников магданских театров в мэрии города. Юрий Гришан вручил благодарственные письма работникам музыкального и драматического театра. Артисту балета Елене Александровой, начальнику бутафорского цеха Любови Бундур, актеру драмы Валерию Бунякину, артисту-вокалисту Владимиру Дмитриеву, звукорежиссеру Алексею Крицыну, начальнику пошивочного цеха Ирине Чегриновой. Памятные адреса мэр вручил художественному руководителю театра «Кукол» Дмитрию Шаповалову и руководителю музыкально-хореографического детско-юношеского кукольного театра «Кичитоза» Тамаре Казетовой.